45406.06.2018. Обновлено 11.27 6 июня 2018 года 4600 Москва, 6 июня. РИА Новости. Смена председателей и членов региональных избирательных комиссий является естественным процессом. Хотя к некоторым главам избиркомов ЦИК России предъявляют серьезные претензии и, если они не исправляют ошибки и не могут справиться с работой, пытаются убедить их в необходимости сделать шаг в сторону, сказал замглавы ведомства Николай Булаев. В единый день голосования 9 сентября в России пройдут выборы разного уровня, от губернаторских до муниципальных. Мне кажется, что вопрос смены, ухода, прихода председателя или членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации – это естественный процесс, сказал Булаев в интервью РИА Новости в преддверии старта избирательных кампаний в регионах. Кто-то из председателей понимает, что не готов работать на том уровне, который сегодня предъявляет время, кто-то выходит на пенсию, пояснил он. Что касается появления новых председателей, совершенно точно этот процесс носит обычный жизненный характер, смены будут, и они не зависят от каких-то погодных явлений, уточнил замглавы ЦИК. Конечно, Центральная избирательная комиссия к некоторым из председателей предъявляет серьезные претензии. И когда мы видим, что исправление этих претензий и тех ошибок, которые есть, не предвидится, если люди просто не понимают, как это делать, у них не получается в силу разных обстоятельств, мы пытаемся убедить, что надо сделать шаг в сторону, добавил собеседник агентства. Читайте полный текст интервью с Николаем Булаевым на сайте ria.ru.